Так будет нам. Или не проверит. О-о-о-о-о-о. Вот этот момент. Ну, моментом истины его, конечно, не назвать бы. Но не беда. Не беда. Будем ждать оружейный раунд. По-любому парни какие-то раунды. Здесь вот Ильи. И в целом, вот, собственно, этот повтор. И в целом уже мы-то знаем, что Илья довольно долго, около 2 недель находится на буткемпе с командой Джитсу. Да, там его, один Сьюспик, а второй с Дигла. Вот после этих фрагов мем с парнями. Находится Дигл. Так, теперь начинается драка и попытка подстроиться, но будет нет. Разыгрывать улицу или же все-таки начало! Так. Прекрасная от Моноси выигрывает дуэль у Джиньора. Тут просто даже не успел пукнуть. Я бы так отпускаю, значит, выпадает мне нюк. И играю я на нюке 64 раунда просто. Проигрываешь? Выигрываю. Выигрываешь. Потом думаю, ладно, ну в пуле карт не буду убирать нюк. Думаю, ну вряд ли он же опять выпадет как бы. Ну и не заходил в настройки, опять оставляю, опять выпадает нюк. Сосредоточиться на проверке секрета. И вот так вот нежданно-негаданно все для Моноси может за... как он увалил его, а? То есть более сложный соперник. Здесь, ну, могут быть трудности. Могут быть, да, могут быть. Не в этом случае. Сейчас в секрет. Атака в меньшинстве. Пытается дальше работать под позиционкой. Вот она, реакция молодого, друзья. И с ней поспорить крайне трудно. Со скутера и промах. Скутер пока что не работает. Ну, со второй попытки. Как же это было быстро, да? И вроде слышали откуда, вроде понимали где, но... Знаешь, это вот тот момент, когда на IP мы играем либо быстро, либо очень и очень медленно, но на этот раз выход на главку провалился. Моноси на шарте 2. Ну, короче, вместо того, чтобы консолидировать свои усилия и двигаться в одном направлении, не пусть ситуации 3 в 5, решили сыграть 2 плюс 1. Реализуется позиция резом, оставшийся раскид на базу А прилетел, но... Второго заметил Моноси прострелом. Ай-яй-яй, это было близко. Но он может сейчас еще увидеть грейвьярд. Ах, забрал грейвьярд, да ладно! Ну, два в одного. Такого. Но до третьего здесь дело не дошло, друзья. Тем не менее, работа с снайпером проделана ответственно. Вот здесь эпизод, он не должен был его убивать вообще. Да, рез... Как ну это... вот мы не можем перестать наслаждаться. Ладно, послушаем. Мози находит минус по Хантеру. Открывается Рес, также забирает Нико. Моноси включается! 2 хила от него, 1 в 2, 35 секунд. Ну что, Фози, который получил огромное количество дэмэджа от Ника в перестрелке, не заметил. Не дочекал. Я бы сказал так скорее. Ну, этот ковбой. Хорошо здесь ляпнул. Четенько. Рабочие минусы. Драка не по шансам. Но Моноси постарается исправить ошибку тиммейта. Падает рез. По бенчу. Где тиммейты? Подключитесь уже. Вот они. Джек забирает Хапуса. Внутри ПТС. Так, это допы. Да, Юра, это допы. Получается, это допы. Мои желания исполнимы. Шанс, ну, разбавить эту компанию. Оказаться где-то посерединке. Моноси с АВП, отличный выстрел. А чё ж был смог в дефолте? У тебя была хаешка. Чё б не кинуть туда хаешку? Тем более ты знаешь, что точно один в дефолте. Ну, хаешка решила бы только полпроблемы, при этом бы ты спалил свою, скажем так, позицию. Но и опять-таки ну, же, ладно. Ты на 100% должен был убивать этой хаешкой. Ну, так вопрос, ну, типа, вопрос же не в этом. Ах, этот хитрый маленький жук. Микрощелки. Опасные зоны в коннекторе. Делает минус по Плопски. Погибает Моноси. Сколько киллов? 3. 3 минуса. Опять-таки же, один из первых был очень важный. Говорит, я тебе с этим кулаком. Отличное чувство юмора. Мне нравится. Это очень смешно. Хендшейк. Ну, с кем не бывает. Красиво он его задоджил. Креативное решение. Моноси! Ну вот теперь начинает по полной уже обижать. Крепкий. Че, чистый раунд? Чистый раунд, да, выживает. Опорник Бапунта своевременно тиммейт прикрывает своего брателлу. Матч-виннер, G2 Sports, чемпионы группы А. Абсолютно заслуженно.